Вот он, очень простой пример. Когда у вас есть 8 точек, смотрите, что можно сделать. Можно взять, рассмотреть восьмиугольник и провести в нем диагонали. Вот это вот в центре, это не точка. Это, что называется, просто так. Граф состоит вот из этих вот 8 вершин. Давайте договоримся, что проведенные отрезки – это одного цвета. Ну, например, синий. Это синие отрезки. А те, которые не проведены, давайте назовем красными. Теперь вопрос. Как вы думаете, на этой картинке существует или нет красный треугольник? Опа! Существует. Существует красный треугольник. Замечательно. А существует ли на этой картинке синий треугольник? Синий треугольник есть? Нет, невозможно взять три вершины, чтобы они были соединены. Ну как, таких не бывает, а таких тоже не бывает. Согласны? Замечательно. Значит, пишем. Нет синих кого? Треугольников. Замечательно. А существует ли красный полный четырехвершинник? Чтобы четыре точки и были соединены красными отрезками. Нет. Ну, найдите, укажите мне. Через одну. Нет. Это вот это и это. Но этот же отрезок синий. Нет на этой картинке красных полных четырехвершинников. Чтобы были четыре точки, каждая с каждой соединена красным или то же самое не соединена синим. Ребята, вот это та самая картинка, которая объясняет, что число Рамсея от 3 и от 4 больше 8. Больше 8, совершенно верно. Больше 8. На той лекции мы объяснили, что оно на самом деле не больше, чем 9. Значит, вместе с этой картинкой мы получаем, что оно в точности 9.